Здравствуйте. Сегодня Фазенда приехала туда, где срут на традиции. Этот привезли... Я не знаю вообще. А построили его мои мать и бабушка с дедушкой. У бабушки был героин. Вот у нее даже орден есть. На крест этот орден вручали. Замолчи. Семейство Палатовых занимается на даче тем же, чем и большинство россиян. Бухают, работают. Да что за хуйня? Ну что, друзья, я понимаю. Хотелось бы огонь на диване. Как я вас понимаю? Отец моей бабушки подарил ей 10 детей, когда она была дедушкой. Каркас портала мы тоже обшили обсидианом. А сейчас давайте отвлечемся на хуйню от Ольги Платоновой. Друзья мои, давайте посадим вот такое растение. Вынимаем растение. И только теперь перерезала. 1, 2, 3. А тем временем наш дизайнер занялась изготовлением мета. Вы можете использовать бутылку соляты или, как я, миксер. Вот так у нас проходит запись.